Город Караганда. И вот тут яблоко, да? Яблоко на газоне. Газон искусственный, конечно. Рядом с садиком Карлаш, что означает в переводе ласточка. Там вот торговый центр построили. Ну вот яблоко, да? Вспоминается яблоко раздора, яблоко с дерева познания. Ну, яблоко такое вот фрукт, скажем так, достаточно такой значимый в культурном смысле. Яблоко раздора, когда три богини, там Гера, Афина и Афродита, поспорили за это яблоко, да? Почему? Потому что на этом яблоке было написано «прекраснейший», и они вынесли на суд Париса, ну, принца Троянского, да? И каждый там свое пообещал. Афродита пообещала любовь самой красивой женщине на свете. Это Елена Спартанская была, и Парис отдал первенство Афродите, и что потом в итоге вылилось в Троянскую войну. И Троя была разрушена. Ну, это такая вот легенда, такой эпос, который вот вошел в общую человеческую мировую культуру, да. И вот яблоко. Есть яблоко с дерева познания, которое вкусила Ева, и за что человеческий род был изгнан из Эдема. Ну вот все это вспоминается, когда мы смотрим на вот эту фигуру яблока. Большое такое яблоко. Ну вот прекратил шуметь этот. Ну и здесь высадили что-то. А, хвойные. Возможно, сосны. Вот. На этом, собственно, можно завершить. О яблоках можно говорить много чего. Полезный фрукт, растет на дерево, видов, сортов яблок, ну, великое множество. Возможно, это знают только селекционеры. Ну, я лично даже предположить не могу, какое количество сортов яблок существует. Ну, больше тысячи, наверное, точно. Ну, на этом этот видеоролик я завершаю.